Ясли сад в Чунках был и раньше, но его проектная мощность в 64 места проблему не решала. Каждое утро родители везли детей в гомельские дошкольные учреждения. И хотя до границы города всего 3 километра, не все были довольны такими вынужденными поездками. Решение о реконструкции спального корпуса оздоровительного лагеря «Чунковский бор» под здание детского сада было принято в 2018-м. На реализацию проекта направили около 1,5 миллиона рублей. Новый детский сад соответствует всем требованиям безопасности, оснащен современным оборудованием и средствами обучения. Все запланированные работы строители выполнили за 9 месяцев. Фактически было переделано все. Остался лишь каркас, несущие стены. От кровли, инженерной инфраструктуры, внутренней отделки и внешних убранств было все переделано. Во время торжественного открытия нового Чунковского ясли-сада от Гомельского облсполкома дошкольному учреждению вручается сертификат на приобретение автобуса. Как планируется, с сентября будет организован централизованный подвоз детей. Учреждение уже получило свое имя – «Радугаград». В недалекой перспективе оно действительно станет детским городком. По большому счету, здание, которое открылось на этой неделе, только первая очередь. На следующий год запланировано строительство еще 2 корпусов на 130 мест. В течение недели мы доукомплектуем штат. И со следующей недели уже наши детки приходят на игровую площадку вместе с мамами, привыкают к детскому саду, проходят адаптационный период, и мы их принимаем, зачисляем как наших воспитанников. Сад ясли в Чунках стал одним из объектов социальной сферы, открытие которых запланировано в этом году. Причем речь идет практически обо всех отраслях – образовании, медицине, культуре и спорте. Так, в Мозыре зрителей примет драматический театр, а в Будо-Кошелево отремонтируют поликлинику. В текущем году мы около 12 таких объектов ведем. Это не маленький объем. Я вам скажу, особенно для социальной сферы, это такой глобальный, конечно, это строительство школы в 21-м микрорайоне. Мы ее однозначно в текущем году планируем. Я уже не говорю то, что мы откроем и такие объекты, как и спортивной сферы. Это, в частности, строительство идет, реконструкция наших 2 бассейнов. Мы планируем в июле и в августе открыть. И, конечно, рассматривая вопрос в целом Гомеля, конечно, это открытие поликлиники, которую мы планируем открыть в конце июля месяца для нашего города, даст возможность нашим людям более оперативно оказывать медицинскую помощь. Ну и, конечно, другие. Мы не только про Гомель сегодня говорим, мы говорим сегодня и про другие регионы. Алексей Тюров, Сергей Нигеревич, Евгений Макеенко. Новости недели.